Так, пришла новая посылочка. Начинаем вскрывать. Так. Ладно, сначала вскроем, потом будем потрошить. Так, вот такая большая коробочка. Так, вот такую мы белую коробку получили. Так, так. Как мы видим, внутри всех коробок много-много пакетиков и вакуумная машина. Хотя, правильнее сказать, машина не вакуумная, а машина для консервирования. Только то, что она консервирует не банки, как мы все привыкли. Вернее, работает она не с банками, а с пакетиками. А консервировать можно все, начиная от фруктов, овощей и заканчивая мясом. Ну и разумеется, после этого, когда весь воздух выкачается из нее, все это спрятать обратно в холодильник. Почему можно пользоваться такой машиной, даже нужно? Ну хотя бы потому, что какой бы чистый холодильник у нас не был, но запах одного продукта смешивается с запахом другого продукта. И даже если продукты не испорчены, а мы с вами не едим испорченные продукты, то все равно запах одного смешивается с другим, и все это немного неприятно. Вот примерно как-то так. А продукты, законсервированные при помощи вакуумной машины, запах не выделяют. Вернее, он выделяется, но запах остается все там же внутри пакета. Да и хранится она так немного дольше. Поэтому, не знаю, теперь будем пользоваться этой самой машиной. Испытаем, попробуем и покажем вам. Если вдруг интересно посмотреть, где эта машина продается, то ссылка будет под видео. Полное текстовое оформление, правильно сказать, не оформление, а текстовый обзор будет на сайте. Так что приходите, смотрите, читайте. Если нравится, покупайте. Ну а теперь пока.